Привет, Наташ. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе настоящего женского счастья, крепкого здоровья, взаимной крепкой любви. Хочу пожелать тебе успехов в твоей карьере. У тебя все очень хорошо получается. Ты достойна большого успеха, ты достойна высоких результатов. Я очень рада, что я познакомилась с тобой. И ну, такая, да, через интернет мы с тобой познакомились. Сейчас уже у нас общие цели, общие какие-то дела, общий бизнес, да, и мне это очень радует. И я хочу, чтобы у тебя здесь все получилось так, как ты хотела. Я хочу, чтобы все твои самые заветные желания сбывались, чтобы у тебя была финансовая стабильность, чтобы у тебя твои детки тебя радовали, чтобы муж тебя любил, на руках носил, цветы дарил, уважал, ценил, чтобы все родные, близкие, знакомые гордились тобой. Ты этого заслуживаешь, ты очень хороший человек. И в этот день рождения, в этот, светлый праздник 8 марта, женский день, и в твой день рождения я желаю тебе всего самого-самого хорошего. Я тебя люблю, целую, я тебя хочу, чтобы просто каждый день вот такие цветы были у тебя вокруг, да, чтобы радость каждую секунду ты получала от жизни и удовольствие. Еще раз с днем рождения, и всего тебе самого-самого-самого хорошего. Целую, пока-пока.